Mana shu masjid davlatning puli bilan emas, xalq yiqqan pul bilan. В Ферганской области Узбекистана местные власти выставили на продажу через аукцион более 10 мечетей под предлогом того, что они являются незаконными молельными комнатами. По предварительным данным, дата начала проведения торгов запланирована на 27 мая текущего года. Информация размещена на официальном сайте Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Махалла уз кучи билан, хашар йолу билан курган мана шу чиройли масжидни. Напомним, что все эти мечети были построены после распада Советского Союза, в основном за счет народных средств, в связи с чем нынешние власти не признают их и в принудительном порядке закрывают. Стоит отметить, что подобная тенденция на протяжении последних нескольких лет продолжается не только в Узбекистане, но и в целом по региону, в том числе и в Таджикистане. Так, например, по официальным данным, в Таджикистане на сегодняшний день закрыто более 2000 мечетей. Я буду.